Всем привет! Это Ира Грачева, шкипер проекта Ирина Грачева Рейсинг. Сейчас я здесь во Франции. Сложившаяся в мире ситуация с пандемией коронавируса внесла изменения в жизнь, планы у очень многих людей. Безусловно, это большая трагедия, то, что происходит сейчас в Италии, то, что происходило еще недавно в Китае, и то, что грозит всей Европе и нашей дорогой России. Многие из вас уже знают о моем участии в регате «Мини-Трансат» 2019 года и о аварийной ситуации со сломанной мачтой в Атлантическом океане, прямо посередине океана. Для тех же, кто еще не в курсе, все материалы на эту тему, материалы с моей гонки, видео о том, как это было, мой рассказ о этом непростом опыте на конференции, которую я проводила в Москве, все эти ссылки можно посмотреть здесь, внизу под этим видео, если вы смотрите нас через YouTube, или в описании к этому видео, если вы смотрите нас через Facebook или другую социальную сеть. К своему первому мини-трансату я готовилась 2 года. Для меня это было действительно важно, действительно очень непросто. И, конечно, я не могу смириться с тем фактом, что я не смогла финишировать в этой гонке, с тем фактом, что мачта сломалась, и просто так успокоиться. И, конечно же, я планировала новый проект. В тот самый момент, когда на моей лодке упала мачта, я поняла, что я должна действовать дальше, и я должна сделать эту подготовку снова. И именно с того самого момента я начала планирование, я начала выстраивать свой новый проект, выстраивать свое новое будущее в классе мини. И именно поэтому я сейчас здесь, во Франции, на полуострове Киберон. На данный момент я столкнулась с тем, что невозможно начать подготовку лодки, невозможно начать тренировки, невозможно выйти на первые отборочные гонки сезона 2020. Более того, первые 2 официальные гонки класса мини уже отменены. Это гонка Парнише Селект и гонка Пласти Малориан. Эти 2 гонки должны были стать первыми этапами квалификации для каждого гонщика, который хочет попасть на трансаты, который хочет попасть на океанскую гонку этого сезона САС. Из Сабль-д'Алонь на Азоры и обратно в Сабль-д'Алонь. Это 2600 миль в сумме, по 1300 каждый этап. Это гонка категории А, океанская гонка, которая требует, безусловно, высокого уровня подготовки. И, конечно же, люди должны быть квалифицированы. Никто из нас не знает, как дальше будет развиваться ситуация. Когда мы снова сможем выйти на воду и приступить к своим тренировкам и наконец-то начать гоняться. Никто из нас сейчас не знает, как заявлять о своих планах, как вести коммуникацию в медиа, в социальных медиа, как искать новых спонсоров и что можно пообещать уже существующим спонсорам. Никто из нас не знает, какие решения будут приняты в классе мини и какие решения будут вынуждены принять организаторы всех других гонок этого сезона. Все мы были вынуждены отменить все то, что так долго планировали и выстраивали. Но давайте не будем отчаиваться. Я абсолютно не знаю, как развернется ситуация лично для меня сейчас и как это отразится на будущем моего проекта. Единственное, что я знаю, что я хочу быть здесь и сейчас и продолжать оставаться на связи, продолжать рассказывать о своем опыте, уже полученном, о каких-то моих новых наработках, о парусном спорте вообще, об океанском парусном спорте, одиночном парусном спорте, о любительском парусном спорте, обо всем том, чем я занимаюсь уже очень давно, со всей своей страстью. Хочется продолжать действовать по формуле, делай, что должен, и будь, что будет. Уже совсем скоро я начну подробный рассказ о моем опыте, о гонке мини-трансат, о том, что уже было сделано, о том, что уже было пройдено и что ждет нас впереди. Постепенно, подробно, по мере поступления информации и возможности об этом говорить, все это можно будет посмотреть, послушать, узнать здесь, на моем канале YouTube. Пожалуйста, подписывайтесь. Ну а начнем мы эту антикризисную медиа-программу вместе с компаниями «Сила ветра» и «Go Sail With Me».
Итак, анонс номер один. Первый прямой эфир с моим участием, который будет сделан для компании «Сила ветра», будет транслироваться на их Facebook-канале. Время, точное время и адрес канала, ссылочку я размещаю также под этим видео или в описании к этому видео. Пожалуйста, не пропустите, смотрите, это будет всегда доступно. Тема этого прямого эфира – особенности гонок «Даблхенд». В этом году, уже в этом сезоне, в Москве они планируют создать серию тренировок «Даблхенд» для всех желающих. И что ребятам реально было бы интересно узнать, как же успевать все делать на лодке маленьким экипажем или практически все делать самому. Также поговорим, конечно же, и о моем опыте участия в длинных офшорах, одиночных офшорах, офшорах «Даблхенд», просто, может быть, с экипажем. Вопросы, пожалуйста, задавайте во время трансляции. Это будет возможно на канале Facebook. Я смогу их читать и прямо онлайн отвечать. Это будет очень интересно. Вопросы можно и даже нужно задавать, чтобы у нас с вами состоялся интересный диалог. И анонс номер два. Прямой эфир для компании Go Sail With Me пройдет на моем YouTube-канале. Для меня это будет первый опыт организации трансляции. Я постараюсь сделать все наилучшим образом. Время, точное время трансляции также смотрите в описании к этому видео. Тема этого прямого эфира – поговорим о мини-трансат и о женском парусном спорте, о женском любительском парусном спорте, о женском офшорном парусном спорте. Go Sail With Me – развивающаяся компания, которая находится на Кипре. Открытая, доброжелательная. Welcome на телеграм-канал, welcome на фейсбук-канал и на парусные мероприятия с Go Sail With Me. Итак, друзья, давайте попробуем не унывать и использовать эту временную передышку с пользой, с тем, чтобы получить новые знания, чтобы получить новый опыт, и чтобы, пусть даже онлайн, пообщаться друг с другом. Я же со своей стороны постараюсь организовать наше общение самым удобным и интересным образом здесь. Так что подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы быть в курсе самых последних новостей. Пока!